Всем привет, и мы начинаем новую интересную игру «Говорящий Крош». Крош, привет, дружище, как там у тебя дела? Хорошо. Итак, давайте-ка первым делом сделаем зарядку с нашим Крошем. Давай-ка. Здорово, ребята, да? Отлично. Как прикольно. А еще у нас есть тут труба. Ну-ка, потруби. Здорово, ребята. А кроме того, он может стоять на ушах. А ну-ка, покажи, Крош. Да, вот так. Очень здорово. А еще умеет он у нас играть в футбол. А ну-ка, поиграй-ка. Ай, какой ужас. Побил нам телефон, стекло. Ну ты даешь, Крош. А еще он может красить. Полностью экран может нам закрасить. Фух, хорошо, что не закрасил. Здорово, друзья. А давайте-ка попробуем его погладить. Хороший Крош, хороший. А за уши можно ли его потрогать? Ой, что-то ему не нравится, когда его ушки трогают. А еще? А вот так. Вот. А за лапки? За лапки что-то не очень. Не ему нравится. Вот так. Ой, смеется. Мы ему сделали щекотно. Хороший Крош, хороший, хороший. Так, ну что, может еще позанимаемся физподготовкой? Ну давай. Да, вот так забавно, друзья. Отлично. И еще давай поиграем на дудочке. Горн вот такой у нас есть. Отлично, друзья. И по ушках походим вот так. Здорово. Молодец, молодец, умник. Умница ты наш Крош. Только больше не разбивай окно, хорошо? Не будешь больше. Ну вот. Вот так. Ну, на этом, друзья, будем прощаться. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.